И снова здравствуйте, дорогие мои. Привет, привет. Привет. Всем еще раз привет. Ну, это второй эфир. Мы похрустим. Ой, я мел хотела взять, чтобы залипание убирать. Секунду. Так, на заднем плане смотрит, на заднем плане у меня немножечко такой вот хаос. Все закрыли глаза. Можете открывать. Привет, привет. Всем привет. Так, залипание будем убирать белой горой, она классическая. И вкус, да, белая гора у меня. Я еще даже сделаю мокрой. И вкус, она будет классно убирать, блины. Сорян, не подготовилась немножко. Так, белая гора готова. Аня готова. Вы готовы? Да, капитан. Начинаем свой эфир с эфир хруст, конечно, эфир дегустации, я бы так сказала, не то чтобы хруст. Тут будет тоже болтовни. Все, все готовы, поехали. Пробуем самую эксклюзивную глину, которую, говорят, уже не продается давно. Это глина японская. И называется она «Лягушачьи глаза». Вот так. От Дженнифер. Кто такая Дженнифер, к сожалению, не знаю. Ну, видать, девушка продавала. Это прекрасная. Прекрасный десерт под таким названием. Дегустейшн. Вот, мы так и забьем сюда. Прикрепить. Дегустейшн. Вы такая загадочная, серьезно. Ну, я могу. Кстати, девочки, если вдруг вы услышите ненормативную лексику, не пугайтесь. У меня муж там играет за вот этой вот дверью. Поэтому не пугайтесь. Он в игре немножечко танкист. Так, дегустейшн. Поехали. Все присоединились. Кому не лень. Кому не лень. Блин, я аж прям это, в предвкушении. Надеюсь, она не будет скрипучей или какой-нибудь невкусной. Так. Значит так, глина очень интересна. Она очень похожа на... Ну, наверное, на Астану. По структуре. О, по вот ощупь. Прям такая она мягенькая, как видите, пыльненькая. Но не пахнет она ничем сейчас. Ой, с доносом белый. Ну что, погнали. Так, где я хочу, хруст будет. Сейчас я своего сына попрошу немножечко. Маме дать посидеть, продегустировать все это дело. Пятерых, не пятерых, многовато. Да, спасибо, я делала ноготочки, делала себе вот такие вот, захотелось мне. Вот, поехали. А тут долго все это дело затянется. Больше мило или глину любите? 55% я люблю глину за ее вкус. Остальное 45% отдаю мелу. Вот так, поехали. Пока никто не отвлекает.
Но вкус я не пишу вам точно. У нее такой ароматности, я даже не знаю, как ее описать. На зубах поскрипывает мелко-мелко. Знаете, по-моему, немножко похоже на каолиновые глины. Поскрипывает чуть-чуть. Ну, о, интересная. Такая прям, даже не знаю, как описать, отвечаю, не знаю. Я пробую реально первый раз такую. Но ни на что не похоже прям конкретно, но вот есть что-то каолиновое в ней. Это не посылка, это подарок от подружки моей с Москвы. Знаете, она не залипает, но подлипает. И образует комок во рту. Так что вы можете гонять туда-сюда по рту. До того, как он начнет сам превращаться в кашицу. Да, хруст классный. И когда вот зубами надавливаешь на кусочек, он так трескается во рту, как будто хворост. Я не знаю, как вам объяснить. Она не соленая. Но у нее есть такая ароматность, даже пускай как будто немножко сладость. Ну вот. Ну приятная глина, правда. Даже скрипение не мешает. Блин, ну что такое? Вот она прям ароматная. Я не пойму, что за ароматность такая. Цветочная какая-то. Нереально. Глотайте за кадром. Да, не специально, так же, как и в кадре. Как говорят, воздушный рис, ну, возможно. А глотание за кадром. Вот я так же все делаю, как в эфире. Но поверьте, даже если он не во рту вся, на языке, оно попадает в желудок. Нельзя все убрать, это все. Вообще, какая разница, глотаю я за кадром или нет? Это уже интимный практически вопрос. Для меня как сера со спичкой. Серьезно? Ксюша, да не, ну мне нет. Сера. Блин, ты представляешь, что я подумала, идиотка? Сера со спички. А я подумала, сера с ушей. Вообще ку-ку. Ну, я попробую сера со спички. Я и не пробовала, кстати, сера со спички. Надо попробовать. Ань, попробуйте казахстанскую или напишите ей вам. Короче, лягушачьи глазки. Это японская глина, она реально отличается. Классно. Знаете, вот еще на что похоже, но могу я вот так взять. На что-то минеральное. Вкус как будто минералки попила. Минеральная. Казахстанскую серу сейчас. Короче, лягушку мы попробовали. Лягушка классная получилась. Ой, зайка, это камушка. Камушек так называется, лягушка. Вот, можешь посмотреть. Это плитки, малахит. Да, давайте такое, то, что я не пробовала. Мелом загрызу. Вкус.
Кстати, вот классический мел мокрый. Любой. Очень хорошо убирает вкус глины. Это как, знаете, прийти в магазин, нюхая духи, вам дают нюхать кофе. Вот такого плана. Малахит. Ну, тут, короче, мне и крошечки, и не крошечки. Попробуй кусочек. Блин, классно. Вкус. Вкус активированного угля и вкус кимбрийской вместе. Но не болотистый вкус. Как будто грифельный карандаш. Тут, короче, прям вот я прям чувствую. А почему грифель не карандаш? Потому что я грифель пробовала. Очень мне понравилось, очень интересно, глина. Поскрипывает немного. Но незначительно. Я сохраню эфир на YouTube и здесь сохраню, не переживайте. Короче, малахит прикольно, мне понравился. Сейчас еще один кусочек съедим. Ну, такая она плотненькая. Вот, не знаю, видно, у меня нет. Не видно. Вот, видите, какие слои у нее. Очень интересно. Реально угольный уголь, этот активированный уголь, карандаш, немножко кимбрийская. Но она такая, интересно. Не залипает. Прям так красиво порту, так она раскатывается. Нет, кстати, нет прям сильно выраженного вкуса. Очень все приглушенно, очень приглушенно, но интересно. Еще на мне что-то напоминает, но не могу понять, что. Я не пойму, что такое привкус нефти, что ли. Так, Белгору. Чтобы убрать вкус. Но вот честно, как будто горчит немножко. Да, как будто горчит немножко. Вот это мне, Ксюш, конечно, круто. Вообще, я такого не ела никогда вкуса.
кстати, вот сейчас я мелом перебиваю в этот вкус малахитовый, да, малахита, глины. И сочетание мела и этой глины так интересно прям во рту. Другой вкус образуется. Я мел взяла классический, белая гора, чтобы убрать залипание и вкус. Привет-привет. Так, дальше. Поехали по очереди. Глина зеленая. Украинка, Азов. Не пробовала я еще такие красивые глины. Беленькая, начищенная, глянцевая, такая пыльная, внутри пыльная. Ну, интересно, то, что я реально такой вкус не пробовала. Но настолько он легкий, тонкий, что... Вот сейчас сражу и совсем по-другому. Сливочности нет, солености нет. Вообще не понимаю, что за вкус. Реально не понимаю, что за вкус такой. Глина черная, Украина. Такой кусочек возьмем. Плиточка такая у меня есть маленькая. Дай сохранить скажи. Вкусы где? Понимаешь? Вообще ничего не чувствую. А что чувствую? Тоже, кстати, что-то напоминает твиженый уголь. Нет, не напоминает вообще на уральскую, вообще. Ни чародейку, ни уралку, ничего черного, что есть в России, не напоминает. Я за 2 дня съела 1 килограмм, при этом я глотаю, но, блин. Древесная глина. Почему-то вот. Глина малахит, башкирская глина. Многим не зашла из-за кислости. Вкус болота, сероводорода. И поэтому сейчас ее нет в продаже. Раньше ее добывала Эльмира. Сейчас она не занимается. Да, сероводорода. Точно вкус сероводорода там. Я думаю, где я такой вкус пробовала? Конечно же, когда я ездила на вулкан, я же его попробовала. Вулканическую грязь. Кусочек. Вот он, кстати, да, точно. Так, теперь нам надо это все сбить.
Зеленая и черная украинская глина схожи друг с другом вкусами, но по структуре отличаются тоже. Уже нет продажи. Да, у меня в течение прям много таких эксклюзивных глинок, которых уже нет продажи. Я тоже хочу узбечку голубую. Я не скатал, что дальше. Чем она была. Вот, хочу бархат попробовать. Бархат вкусно. Она на мрамор чем-то похожа. Очень интересно. Прям с пуканом. Узмом подзалипает, образует комок. Прям бархат, правда. Не спит. Прям такая интересная особа. Прикольно. Короче, бархат классный. Очень нежно. Очень такая мягкая. Вкус такой. Блядь, что за вкус? Почему не могу описывать нормальный вкус? Я не знаю, как его описать, но классно. Бархат классно. Бархат лучше малахита, они вообще разные, во-первых. Но бархат правда вкусненький. А вы пробовали голубую избичку? Конечно, это одна из моих любимых, блин. Мне кажется, Аня все глины перепробовала. Ну да, я перепробовала больше, наверное, уже 300 глин. Не знаю, есть столько вообще глин, наверное, есть. А так как я уже сегодня попробовала японскую глину, еще украинскую, то это прям the best вообще в копилочку моих желаний. Какие глины не залипают вообще? Нет таких глин. Нет таких глин, именно глин. Что-то как-то все равно подзалипает. Урыцкая не глина. Аня Орски не любит, это правда. Я просто только ее мурайскую не пробовала больше. У нее все равно же есть залипание. К зубам, к небу. А, все, да, я извиняюсь. Серу пробовал. Сера киргизская. Человек уже несколько раз попросил. Как вам каолин? Классно. Владимирский вообще бомбовский. Уральск разлюбила. Да, что я люблю безвкусная глина. Сорян, любители Уральск. Киргизская. Серая глина. Специально для ААА Тоша. Да, правильно почитала? Пробуем. Ну ты ничего, что у меня рот грязный. Скажет, грязнуха какая-то пришла тут хрусты снимать. Пробуем киргизская серая.
Киргизская серая это гульбато, что ли? Нет, не гульбато. Гульбатона не такая структура. Она не похожа. Гульбато другая немножко структура. Да, другая или нет. Очень интересная глина, кстати. Ну, я знаю, вы не любите мел. Да не то, что я его не люблю. Я его люблю, но на 45%. А остальное все глиня, да. Всю свою любовь. А мы пробовали глина Октобе, Мугланджар. Его еще называют вот какого люди. Нет, не пробовала. Это Лёва недоволен, да, именно он. Это нечестно, да. Это нечестно, ну типа у него уже выходной завтра. Кто подскажет соленая глина? Киргизская польская. Молочный лед соленый, немного. Мелуза есть соленая. А, голубая узбечка соленая. Зеленая узбечка соленая. Так, поехали далее. Ну, не было такой глины, которую я сказала, нет, я такой не ем. Ну, хотя у нас уксуха вкусы не сильно отличаются. Вот, я что говорила, на что киргизская коричневая глина, это серую мы ели, а это коричневая глина. Вот про нее я говорила, что она похожа на вид на... Ой, слушайте, а это не этот, не чуйская случайно, мне кажется, это чуйская. Как вкусно. Очень интересная такая. Она, когда кусаешь, как будто мягкая, а потом внутри дых на пластинке. По структуре напоминает внутри Туркестан. Классик. Очень интересно, мне понравилось. Молоченькая даже такая в конце. Вообще вас убью на повал. Структура как у классика внутри Туркестана, а верхушка вот этого вот пыльника, как у белого Туркестана. Вот так вот, девочка. И вкус такой же пыльный. Но все-таки это не эти глины. Аня, почему молоком не запиваешь? Я вообще не мешаю с продуктом питания. Вообще. Не нравится мне. Максимум это вода. У меня и так извращенный вкус. Я ем глину и мел. Еще и извращаться молоко.
Блины есть. Так, класс, понравилось. Клинка мне это. Дальше, что у нас тут вкусненько есть? Ну, Туркестан не будем пробовать. Да. Кушали. Розовое от Александры. От Александры. Да. Это фамилия, которую я боюсь опять ошибиться. Розовая. Такая вот розовая. Ой, как масло. Прям скользит на зубах. Боже, ароматная глина, прям ароматная. Облизует комок, он так конкретный комок. Ну такая маслянистая, очень маслянистая, жирная глинка. Да, да, Гуля, не надо ее. Сейчас смело мы берем. Не знаю, мне нравится мокрый мел. Там свой кусочек есть. Так, это мы попробовали розовую. У меня, возможно, уже вкусовые рецепторы неправильно работают. Глина розовая, такая-то глина розовая другая. Сейчас мы ее откусим. Очень жуткая. Вообще не понимала, что за глина была рыхлая, пыльная какая-то. Уже все, перепутали все мои вкусовые рецепторы. Да. Ну, пожалуй, на этом, точнее, это и все. Очень много у меня глины мелов осталось. У нас осталось 10 минут. Я дожую. Сухой мел мне кусочек, да, дожуем. И мокрый мел, и будем с вами прощаться. Дожуем Белую гору.